Значить, я донесла, і тепер вам час подумати, залишити територію. Окей. Ви закінчили? Нам ваше слово. Значить, пожалуйста, скажіть, що ви хотіли сказати? Нам уже треба роботи робити. У нас є певна програма роботи. Ви скажіть, хто ви, що ви, бо багато людей підійшло. Яке ви маєте відношення до цієї території? Яке ви маєте відношення до цієї території? Представтесь, будь ласка, спочатку. Ви пишете? Зовут мене В'ячеслав. Фамілія Сергій Грицько. Ви потім, я вам подойдете, я вам паспорт покажу, ви зможете переписати. Я руководитель компанії Борисенко. Я заключив з Київпарк Трансервісом договор на користування цієї землі в виде парковки. Сейчас у этой земли как такового хозяина нет. Город. Как только. Вы не хозяева. Вы вкладали. Вони хозяева. Просто кинули человека. Не перебивайте. Да нет, вы не кинули. То есть в 11 году вашего кооператива, до 11 года ваша кооператива была аренда этой земли. Может быть, я в этом не вгружался. Допускаю. Вы подали документ. Мы 40 лет здесь. Может быть. Вы подали документы на продление вам аренды того еще или покупки, тоже вопрос десятый. Может быть, еще кто-то подал. Вы имеете право быть, потому что, я не знаю, вы здесь уже стояли. Пока все эти вопросы решаются в юридической плоскости. Город с земли, которая юридически никому не принадлежит, хочет бюджет пополнения. Поэтому, видите, эта площадка, их сотни покинули, пустые, так называемые, которые юридически не закрыты. Пополнение хочет. Обібрала, як липку, документів позбавила кожного з нас. До того рішення, поки все, вам підписали, підпишуть город. Платимо за аренду. Так ми ж платимо гроші, йдуть бюджет. Благодарності приймають. В даному випадку, ця земля, в 15-му году, депутати, не тільки це, їх сотні, була заведена по Київпарк-концерту. Давайте поводимо. А, з вами дуже цікаво. Уважаемый, ну не имеет смысла вашего законного акта. Немножко перебивает. Совет. То есть я же говорю, если вам подпишут, депутаты выводят из Киевпарка, из парк-сервиса, то есть бюджет, все, уже с этой точки есть собственник, который там есть определенную сумму, которую должен быть в бюджет. Все, парк-сервис выводится, эта земля или любая другая. То есть я... Тот, который взимает деньги для бюджета, пока здесь нет юридического собственника. Послушайте, Все. Можно я перебью вас? Подождите, давайте я вам задавал вопрос. Вы сказали, что мы не платим в бюджет деньги. Так точно. Так? Значит, по бухгалтерии я вам говорил, что по бухгалтерии проверяли, в бюджет мы деньги не платим. Тогда вы сказали, тогда вы сказали, как организовался Киевпас Парк Сервис, или к нему перешла эта территория, допустим. Мы должны еще дополнительно платить 6,50 с каждой машины. Так? Так. То есть получается, мы вот эти, то, что бюджет основной мы платим, а эти 6,50 мы не платим. Какое, сколько это длится? Год, два, десять? В 15 году завели эту, в числе, землю, а саму схему ОДР подписали 2 января этого года. Хорошо. Если так все, значит, раз такое дело, что приходит Киев-парк-сервис в 15 году, значит, Киев-парк-сервис должен был... Ага, это территория... Но он не собственник, подождите, я еще раз подчеркиваю, территория, но он говорит, что в связи с решением Киев-рада или Киев-совета, с этого дня мы переходим, переходите под нашу юрисдикцию, просим вас, кроме того, что идет бюджет, еще изымать 6,50, скажем, что... Почему это не сделано было и не пришло сюда? Нет, председатель, вот председатель. 50 это ежедневно или в год? Или... Ежедневно. Вашего два раза будем платить. Вашего председателя. Лично я завозил сюда три раза письма. Раз. Каком у меня даже есть... В 15-м? Нет, даже в этом году. Вот не месяц назад, последний раз я разговаривал. А в 15-м? Нет, в 15-м Киев-рада. Согласно договор вашим документам, вы начали заниматься этой стоянкой с января месяца, так? Прошлого года. Нет, как? Этого года. Написано, у вас написано на документах... 16-й год. 17-й год. 13, 30-го, 1-го, 17-го договор года. У меня подписан в 16-м году. А, ну может быть, 16-м. Ноябре, да. То есть, вы... Хорошо. Почему с ноября не привезли сюда этот документ? Почему не привезли? Привезли. Где председатель? Вот председатель нас спросил. Где председатель?
Какой документ? Вопрос, чем и кем подписан? Я просто... Нет, ну зачем? Надо, куда пойдет?